Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас утренний обзорчик. Посмотрим, что там запустили, не запустили сегодня. Spin Wheel. По идее, должны. Да, есть. Коллекционер. Нифига себе. Ого. Вот это жестко за CC на Werewolf. Для без доната, я вам скажу. Пойдет. Карточка открылась. Богатство. Карта богатства. Ну, я показывал. Реально она огонь. Нифига себе. Здесь апекс камни. Огонь. Нифига себе. Ой. По сравнению с Тайванем, это просто бомба. Я скажу так. Остальное все закрыто, но карта реально огонь. Ну, для бездоната Apex камни это просто кайф. Так. За вход. Ну, вход, наверное, такой же, как и везде. Ну, в этом награды совсем другие. Отлично. Гифты, поинт. Так, больше ничего нету. Хорошо, посмотрим, сейчас может есть что-то по найму. X10 тоже нету, странно. И самих плюх не дали на день замковладельца, походу их дадут завтра. Очень странно. Да, видимо, не все акции запустили. Но, блин, карточка просто бомбическая, честно скажу. Хоть здесь 1200 за 5 баксов можно купить. Но для бездоната халява реально крутая. Да, что-то не все паки сегодня есть. Может попозже. Ну, хотя вряд ли они попозже запустят. Скорее всего, на завтра все перекинут. Но я вам скажу, и так очень даже круто. Ну, коллекционер бомбический. Стопок с камней. Бомба. Если кому-то, конечно, они выпадут. Я надеюсь, что выпадут. Поехали на немочку. Глянем, что на немке. Блин, ну реально удивили. То, что поменяли немножко плюхи. Это огонь. На этом вьетнамском серваке этого не было. Это реально круто. Так, немка у нас, наверное, в 10 часов обновится, не раньше. Сейчас заберем. Да, тут нету. Кристалл бокса дали. Так, это что такое? О-о-о! Акции из прошлого. Красных 100. Ну, в принципе, это на халяву еще дополнительно, помимо других акций. Это тоже круто. Так, идем на Тайвань, глянем. Думаю, на Тайване уже запустили эту акцию. Так, Тайванька. Тоже неплохо, кстати. Вообще ничего нету на Тайване. Прикол.
Вот это прикол. Ладно, побежали на русский сервер, глянем. На русском вчера с 11 вечера открыли, но я уже не стал писать. Ох, не выспался. Я уже показал вам до этого, какие будут плюхи. Поехали, посмотрим, что у нас. Набор сокровищ. Временные акции кастрированные какие-то. День замка владельца. Ну и где эти плюхи? Один плюс один. Лимит набора ежедневный бонус. Набор сбережения. Найм героев. Самоцветные бонусы. Карта богатства. Подарок за вход. Войди в игру. В общем, куча всего, но еще оно недоступно, походу. Но войди в игру есть. Войди в игру реально тема. 200 санкций. Это круто для бездоната. Рулетка, чарующие покупки, возвращение домой. Кстати, гляну сейчас, что на русском сервере. Я вчера показал, что на Тайване делается. Это просто бомба. Да, тут печалька. Так, карта богатства тоже есть. Папок с камня тоже есть. Огонь. Все-таки они услышали. Вот смотрите, 10 этих. Огонь. Реально круто. Может, мне выпадет. Вот а ты что, пак выпал. Жесть. Ну, в принципе, неплохо. Остальное все недоступно, насколько я понял. Оно будет доступно завтра. В общем, этот день настал, но этот день какой-то кастрированный. Реально. Ну, хотя бы хоть что-то открыли. Я считаю, вот эти вот плюхи за вход и карта богатства с Apex камнями именно реально крутая. Реально это круто для бездоната. Получить, ну, третьи сундуки, огонь. Перекусы тоже круто. Рунка 10 круто, апекс круто, бычка получить тоже классно, сменки. Ну вот это вот руна эмблема слава, скины и тоты классно получить, потому что у многих без донатов скинов нету, а они нужны даже на такие герои. А, кристаллы такое себе, вот эти вот камни, ну тоже такое себе. Но опять же, это все очень хорошо для без доната. Ну, за вход я уже отдельно говорил. В общем, отлично, поехали. Сделаем угадайку, посмотрим, что там у нас упало. Такс. Да, Ждан, конечно, очень крутой, но я еще забегу сейчас на секунду на Вьетнам гляну. Но это реально круто, что на русском сервере и на английском поменяли. Видите, тут какая-то гамота еще компания дополнительно с IGG 18+. Странно. Очень странно. Да, здесь такие камешки. Ну, это такое. Самое главное, что у нас Apex камни, это реально очень огромный плюс. Об этом уже очень давно я говорил. В общем, поехали.
Так, открываем дисплей. Бум, варла. Леги с утра, ребят, сыпят просто бомбически. Ну, варлока никто не угадал, как обычно. Убийца. Но убийцу есть. Но варлока. Наемный убийца, шаман. Зеленая слизнь. Наемный убийца, шаман. Синяя слизнь. Ну, ребята, выпал варлок. Это шанс на топовую легу был. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока.